Прокуренный салон или лихачество. Жители Алтайского края могут пожаловаться на услуги такси. Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров. Клиенты такси нередко сталкиваются с грубым поведением, опасной ездой. У некоторых водителей далеко не всегда исправен автомобиль. Многие ссылаются на невозможность дать сдачу с крупных купюр. Обо всем этом сотрудники ведомства просят сообщать по телефону 66 54 27. При необходимости пассажирам будет оказана помощь в составлении претензионных и исковых заявлений. Горячая линия будет работать до 15 января.